Hee-hop! Прошлогодней обложки. Нужно идти в ногу со временем и следовать революционным тенденциям дизайна. Посмотрим. Hop! Мы знакомы? Ты изменил всю мою жизнь. В замке императора и в комнате алхимика. Ты выбил из меня всю дурь, когда совершал побег. А, так ты тот самый солдат. Ну что тут скажешь? Я мог бы погибнуть. Любопытно. Только для тебя. Всегда мечтал стать моряком. Держи 3000 монет. Смотри, вот твоя новая лодка. Красивая, правда? Да. Кто тебя этому научил? Это вроде как подарок возлюбленной. Как управлять лодкой?
Самое главное — поймать ветер. Как увеличить скорость? Нужно следить, чтобы... А как поймать ветер? Ориентируйся. А можно ли плыть против ветра? Разумеется. Но это под силу лишь самым опытным морякам. Думаю, это все. И хоп! Здравствуй, моряк. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Думаю, это все.
Ну, хоть не холодная. И хоп! Ух ты! Здорово! Откуда же вы все беретесь? Ну, может, в другой раз. Интересно, куда я выйду? Ждал.
А я ведь вас предупреждал. Богато.
Веселимся. Никто не пройдет. Что? Никто не пройдет. Не хочу ссориться с тобой, благородный рыцарь. Тогда ты умрешь. Ценю такую прямую... Хотя... Испытание? Да. Что за вопросы? Он не нужен тому, кто его делает. Гроб. Ответ правильный. Ее не видно, когда слишком много света. Когда видишь ее, кажется, что она двигается, хотя она неподвижна. Что это? Звезда. Ты стоишь на пороге последнего испытания. Готов ответить на мой последний вопрос? Что мокнет, когда сушит? Полотенце. Похоже, твои намерения чисты. Можешь пройти. Я предупреждал.
Посмотрим. Скучали? Богато. Какая неожиданность. Приятно было познакомиться.
Откуда же вы все беретесь? Посмотрим. Здорово. Проклятие.
Богато. Есть! И хоп! Лучше разберемся поскорее. Богато. Ляг, отдохни. Посмотрим.
Скучали? Темно, холодно, грязно. Приятно было познакомиться. Я предупреждал. Убери оружие! Здорово! Я предупреждал. Убери оружие! Второй раз не буду.